А сейчас к теме медицинской. Клиника Оригитея продолжает расширять спектр своих услуг. Теперь здесь ведет прием подолог. Это специалист, который позволяет решить целый спектр проблем, возникающих со стопой, начиная от грибка и заканчивая мозолями. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Многим, если практически не всем, знакомы проблемы с ногтями или с кожей стопы, появиться которые могут по самым разным причинам. Начиная от общей экологической обстановки до последствий травм. Чтобы ликвидировать эти проблемы, обычно идут или в маникюрный салон, или в более сложных случаях к специалисту-медику. Но вот к какому именно? Как правило, мы знаем 2-3 специалистов. Это дерматолог по коже, это хирург по гнойным воспалениям, это ортопед касаемо косточек. Но есть еще один специалист, который работает только со стопой, но объединяет и лечит, и корректирует все 3 проблемы. Все специализации 3 врачей, как дерматолог, ортопед и хирург. А роговение, трещины кожи, деформация стопы разного происхождения, грибок, вросший или поврежденный ноготь и многое другое – все можно исправить с помощью специальных инновационных процедур и методик, которые предоставляются теперь в клинике Оригитея специалистам-подологам. Причем речь идет именно о мягкой, деликатной коррекции, которая может производиться, например, с помощью специальных корректирующих нитей или подбора ортеза – индивидуальной силиконовой конструкции, помогающей стопе. Пользуется большой популярностью и восстановление эстетического вида ногтевой пластины, которая нередко нарушается вследствие частого применения гель-лака. Я не беру скальпель, но я могу восстановить и откорректировать вросший проблемный ноготок. Наши специалисты прошли обучение в Германии, и их услугами пользуются такие звездные пациенты, как Ангелина Вовк и Бедрос Киркоров. Записаться на прием к специалисту-патологу в клинике Оригитея можно по телефонам в Твери 22 30 42 или 22 30 53. Мы заботимся о вас и выбираем для вас самое лучшее.